Это видео снято беженцами внутри спецавтомобиля польских пограничников. Семью граждан Кубы принудительно привезли к границе с Белоруссией. Посмотрите, их силы выбрасывают на землю в дождь. Нелюди в камуфляже не сдерживает даже присутствие ребенка. Все эти иностранцы находились в крупном городе Польши и обратились за предоставлением политического убежища и защиты. Кубинцы рассказали, что польские пограничники лишь сделали вид, что ничего не понимают. Да, им угрожали оружием и на их просьбы не отвечали, просто их выгоняли с территории. Ноль реакции было и на просьбе о простой человеческой помощи. Дать одежду с обувью на холодное время суток, такая есть не у каждого из беженцев. А медпомощи и питание с польской стороны был дан резкий отказ. 30 августа под угрозой применения оружия эту семью доставили к границе с Белоруссией в районе пункта пропуска Половцы. Белая и пушистая Европа уже не скрывает своего звериного оскала, ведь сейчас им все сходит с рук.